Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся с вами на грядке с павловней, которую я посадил, по-моему, в конце апреля или начале мая, дата будет в видео. И хочу вам показать, какой результат на 8 августа. Вот я снимаю это видео 8 августа. И я нахожусь сейчас возле самой большой павловни, которая выросла в этой грядке. Хочу вам ее показать. Вот так она выглядит. Ну, я поближе потом сниму отдельно, покажу. Вот, достаточно такая уже плотная, укоренившаяся хорошо, но невысокого роста. Ну, это понятно, лето было нестабильно, с низкими температурами, для роста нет. Вот тоже достаточно не широкая, разной стороны, но тоже уже крупная павловня. Сейчас мы пройдемся по грядке, я пройду камеры, покажу все павловни, которые здесь сохранились. И вот поделюсь с вами своим результатом посадки павловни в грядке. Ну, это тут салат мы посеяли между павловнями. Вот. Вот это та, о которой я говорил. Поближе покажу ее. Вот у нас ствол достаточно такой уже покрупнее, нежели чем в аллее павловни, которая, то есть, такая уже достаточно крупная, похожая, ну, прям на дерево. Дальше у нас здесь вот так вот они. Я быстренько пройдусь. В принципе, здесь они посажены в шахматном порядке через 50 сантиметров. Там он маленький в траве. Ну, какие есть. Все показываю, как оно произошло в этом году. Так, где у нас здесь? Ага, вот она маленькая. Дальше идем. Нет, вызова погибла. Здесь кроты полазили, повыкидывали половину. Так, здесь я показал. Ага, здесь вот. Вот здесь две грядки рядышком. Вот они. Так, вот здесь вот дальше. Вот она такая, такая. Здесь вообще мелкая. Здесь такая вот, там чуть покрупнее. И вот здесь вот отдельно я посадил. Вот там видно, да? Так, и здесь вот три крупных. Ну, салат. Салатик. Надо уже срезать. Ну, вот результаты по посадке павловни в грядке в этом году. Ну, а это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. До встречи на канале, пока!